balls, Kimbo slice your balls. Бандит, с тобой все в порядке? Господи, да все со мной в порядке. Я более в порядке, чем любой из людишек. Тебе удобно? Вот идиот, собачьим же языком говорят. Да, удобно. И вообще, я лежу, мечтаю, не мешай. Не мешай же! А тебе воняет! Апши! Человеком воняет! Фу! Бля! Да, да, снимай меня с такого ракурса. Если фон подложить, то как будто я стремительно несусь. Так, я несусь. Я несусь. Ну, и как вы у меня появились? Ну, на мой день рождения. Грамотей, правильно говорить, на мой день рождения. На мой день рождения? Мне написал родитель, хочешь ли ты собаку? Ну да, хочу. В 9 часов вечера, когда мы отмечали с родителями день рождения, мне привезли тебя. Я очень рад, блин. И чё потом? Маленький такой кусочек, кусочек. Какашки? Бандита. У меня есть старое видео. Уже в младенчестве я всем доказывал, что я злой и страшный серый волк. На этом видео я также учу человека правильно гавкать. Гав! 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 Голос, да, голос. Какой еще голос? Я не пойму. Кто кого учит? Гавкай давай. Гав. Гав. Я тебя порву, заяц. Заяц, косейки, вот елочка скакал и бандита постричал. Я самый бесстрашный хаски на планете. А то, что я сейчас под столом прячусь, так это просто мера предосторожности. Ужасно не люблю петарды и фейерверки. Поэтому лучше на всякий случай от них под стол залезть. А еще меня нервирует парк с большим скоплением человеков. Я туда тоже всегда с неохотой иду. Пошли в парк. Что-то мне не хочется. Бандит. Чего? Ну пойдем в парк. Ты уверен, что там безопасно? Ты уверен, что если мы туда придем, то не будет вот так? Потом, я не люблю черных или почти черных кошек. Во-первых, они не говорят по-собачьи и издают очень страшные звуки. Слышь, кошатина, привет! А вдруг она на меня порчу нашлет? Блин, во всех остальных случаях я гордый и бесстрашный потомок Акеллы и в отличие от него никогда не промахиваюсь. Ну, мимо дерева, точно. А еще я хороший актер и бесподобно играю няшу, когда встречаю своего человека или человечиху. А вы как оцениваете мои бесстрашие и прочие таланты? Напишите об этом в комментариях. Если вы не знали, я самый известный пес на ютюбе. Судите сами, у меня целых 54 подписчика. Ура! Кстати, хосята, очень вас люблю, ценю и спасибо за то, что подписались на мой канал. Самые преданные подписчики, естественно, с моего двора. Вот они. Давай, Петюню. Такая суперпопулярность не осталась незамеченной, и меня приехали снимать журналисты с местного телеканала. Заставляли бегать и позировать. В общем, слава – очень тяжелая штука. Бандит не просто четвероногий друг. Он первый в России видеоблогер хаски. У него даже есть свой собственный канал на ютубе, где он делится своими буднями, взаимоотношениями с другими хвостатыми, а также он очень любит лайки и подписки. Ты любишь своих подписчиков? Ну конечно люблю, это самые лучшие подписчики в мире. Бандит, кого ты смотришь на ютубе? Смотришь Соболева? Вы что, с ума сошли? Кто в 2018 году смотрит Соболева? Он не в тренде. Да, ты смотришь депутата Вейпера? Конечно. Во время обычных прогулок много обращают внимание на то, как ты снимаешь? Очень, да. Ну, это очень странно, когда собака с камерой ходит по улицам. Вообще, этим блогом я хотел показать, что хаски – это не дружелюбные собаки, не няши, а очень циничные, злобные волки. Волки позорные! Бандита пчела укусила прямо в задницу. Бандюш, как ты себя чувствуешь? А как бы ты себя чувствовал, если бы тебя за попу укусили? Попу раненый джиги далеко не убежит. Очень смешно, блин. Ну вот она еще. Сейчас, сейчас выгоним. Вот еще одна. Пчела, улетай. Че, улетела? А то бы я, ух, я бы ей показал, я бы ее разорвал. Вообще, я теперь пострадавший, я теперь еле хожу на правую заднюю ногу. Мне положена компенсация, двойная порция на ужин. Бандит, заходи лапы мыть. Нет. Лапы мыть заходи. Нет.
Бегом, я сказал. Нет у меня никакого желания. И мыть лапы. Заходи, давай. Нет такого закона, который бы заставлял порядочного пса заходи, мыть лапы. Мыть лапы. Это произвол. Грязные лапы, какой грязный пришел с улицы. Это человечий произвол. Ну, быстро лапы иди. Мыть. Я буду жаловаться. Бегом. Я сейчас позвоню в Гринпис. Бандит. Я игнорирую ваши требования. Я буду стоять тут в одиночном пикете, но лапы мыть не буду. Смотри, я уже включил воду. Иди сюда. Смотри, черные все в земле. То есть ты хочешь, чтобы тебя мама ругала? Она будет тебя тряпкой бить, мокрой. Вы, человеки, только и можете что запугивать и держать в страхе собачье население. Куда вы меня тащите? Куда вы меня пихаете? Молодец. Собаки моют лапы. И кошки моют лапы. Угу, что-то я не видел, чтобы человеки после прогулки лапы мыли. Ничего, я опубликую это видео на YouTube, и пусть все видят, как вы издеваетесь над бедными животными. Какой ужас, бандит не дышит. Бандюша, солнышко, что с тобой? Бандит, бандит. Свет, бандит не дышит и ни на что не реагирует. Что делать? Вызывай ветеринара срочно. Какой ужас, он уже окоченел. Кошмар. Я не знаю, что делать. Блин, человеки, как же вас легко развести. Ладно, уйди, не мешай, дай мне поваляться. Хе-хе-хе-хе-хе. Лопух, это ж простейший хосячий пранк. С нас часто смеются, что мы спим пузом кверху, а передними ногами в стенку. Просто поймите, это фирменная хосячья поза. Нас этому специально учат в наших хосячьих школах. Если при этом упереться ногами в дверь туалета, чтобы туда не смогли зайти человеки, так это вообще высший пилотаж. Если вы или ваши хосята дрыхнут в такой же позе, срочно поставьте лайк этому видео. Ну и какой же влог без нарезки под музычку? Погнали на прогулочку! Здоров, бело-желтый! Как ты смеешь, смерть, так говорить со своим повелителем? О, да тут у нас запущенный случай. Мания величия. Не собираюсь ничего обсуждать с безродными дворнягами. Чувак, да тебе лечиться надо. Уйди, ничтожество, с моего королевского пути. Я главный в этом районе. Я особо благородных кровей. Пути, пути, бози мой. Ничего, что я на твоем королевском пути пописал. Да как ты смеешь? Больше мне не попадайся. Я уничтожу тебя. Молодой человек, не приставайте. Ведите себя прилично. Молодой человек, что вы себе позволяете? Мадам, вы прекрасны. Как же мне надоели эти ухажеры. Молодой человек. Да я чё, я ничего, я просто понюхал. Ты хочешь мороженое? Хочу, но не буду. Воспитываю в себе стойкость. Будешь мороженое кушать? Я не сорвусь. Ты невозмутимый? Невозмутимость – мое второе имя. Ты будешь есть мороженое? Эх, ну если честно, ну какой зимней собаке летом не хочется мороженого? Это зимой мы можем просто погрызть снег. В перерывах между жестокой эксплуатацией нас с человеками. Бандит, пошел! Да-да, представьте, привет. Человеки на нас в буквальном смысле ездят. Если вы тоже считаете такое использование хасок незаконным, напишите в комментариях, мы создадим петицию. Ну, а я пока мороженого поем. Ясно. Ясно. В общем так, человеки, так больше продолжаться не может. Я серьезный хаски, вы посмотрите в эти глаза. Олеоп им, лапу им, я объявляю одиночный пикет. Бандит, гулять пойдем? Нет, нет, не смей, это вероломно, у меня пикет, я пес-скала. Пошли гулять. Не смей, я сказал. Какое коварство. Ну конечно, пошли. Я не только самый популярный пес на ютубе, но еще и крутой авторитет у себя на районе. Вся местная братва меня уважает, и за порядком я строго слежу. Здорово, мелкие! Чтоб никаких закладок у меня во дворе не было. Найду, пеняйте на себя. Все цыпочки района меня обожают, я же местная знаменитость. Мягкий такой, как тебе не жалко. Залетных кошатин я гоняю, а с местными голубиными бандами у меня разговор вообще короткий и беспощадный. Ну и каждый день я, как уже и говорил, активно общаюсь в нашей собачьей социальной сети. Прочитаю все посты под кустами и деревьями, прокомментирую. Не, по-моему, надо коммент дополнить.
Бандит, а чего у тебя глаза такие большие? Я как тебе сказать поприличней? Ставлю большой дизлайк. О, это же моя косточка. О, а что это там такое? Что такое это там, дикоему? Что это такое? Что это такое, я спрашиваю? Что это? Вот что это? Это что? Очень смешно, блин. Ха-ха-ха. У человеков не только чувство юмора отсутствует, но и слух. Когда им кто-то звонит в домофон, они нифига не слышат. Приходится мне работать дверным звонком. Кто там? Заходи. Спасибо, бандит, а только я так не услышал. Не за что, глухая тетеря. Как вы думаете, какая вкусняшка у нас считается самой вкусной? Сухой корм? Не-а. Косточка? Не-а. Кусок мяса? И снова не-а. Главная хосячая вкусняшка – оладушки. За них я готов пойти на что угодно и реагирую на оладушки, как Рокфор на сыр. Сыр! Оладушки! Стоять! Стоять! Куда пошел? Стоять! И-ха! А? Ням-ням-ням-ням-ням. Можно пройти? Нет. Блин, нет. Пожалуйста. Нет, пока не отдашь мне оладушек, никуда не пойдешь. Блин, не надо. Стоять! Ну давай. Ам! Еще. Ам! Ам! Бандит, это был последний кусочек. Ты уверен, что это был последний кусочек? Да? Ну ладно. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Сейчас я кого-то сожру, сейчас я точно кого-то сожру. Так-так-так, и кого же тут сожрать? Блин, а вдруг меня сожрут? Ой-ой, точно сожрут. Но я же волк, это я должен всех жрать. Нет, точно сожрут, помогите. Хотя нет, это я всех сожру. Блин, в этот раз сожрать никого не удалось. Я тоже хочу притвориться мёртвым. Какой ужас, бандит не дышит. Бандюша, солнышко, что с тобой? Бандит, бандит. Я хочу притвориться мертвым и хочу посмотреть, что будет со мной делать бандит. Этот человек совсем больной. Он что думал, что я ничего не слышу и ничего не понял? Эй, человек, ты что, умер? Вставай! Не понял, он что, реально сдох? Очень странное поведение, не пойму, как реагировать. Блин, оно живое! Я должен спасти мир от зомби-апокалипсиса! Лежи, зомби, и не шевелись. Никто тебе не поможет. Лежать, я сказал. Спасите. На меня напали волки. Тут еще и волки? Блин, надо убегать. Один из моих человеков нагло использует меня, чтобы самому знакомиться с человечихами. Я ж красавчик, вот они и клюют. Единственный минус, во время этих человечьих брачных танцев я должен изображать из себя ласковое животное. Чпонька. Смотри, сейчас дочпонькаешься, что саму отчпонькают. Ухи. Блин, они реально офигенные. Уши, уши. Вот отрасти сама себе волосатые уши и гладь их. А зубы мне покажешь? Да как же ты достала? Я тебе что, лошадь? Зубы показывать? Ну, покажи мне зубы. Человек, скажи этой человечихе, что мое терпение сейчас закончится. Ну и сейчас традиционная прогулочка под музычку. Погнали. Мне кажется, она чем-то болеет. Бандит, иди в VR поиграй. Ура! VR! Извините за этот кадр. А что такое VR? Ого, так это виртуальная реальность. Ничего себе. Ого-го, как круто. Блин, меня тошнит. Можно я полежу? О, а прикольно. Ходишь как будто по квартире. Скажите, человеки, а нет у вас вот такого только с собаками? Ну, чтобы они там встречались, ну и это делали. Ну, чтобы там... Ну, понимаете, о чем я говорю? Фу, бандит, ну что за желание? А вообще у меня есть единственный верный друг среди котов. Серега. Серега, привет. О, бандит, привет. Блин, главное, чтобы про косточку не спросил. Серега, а помнишь про ту косточку, которую я тебе на хранение отдавал? Вот же блин. Так, бандит, тут просто такая ситуация получилась. В общем, я это...
съел. Чё сделал? Прости, но я её с кетчупом сожрал. Никогда не доверяйте этим скотинам, то есть котярам. Чё это? Чё ты мне в лицо суёшь? Убери это от меня. Да отстань! Блин, это же твое мясо, почему ты его не ешь? А, это мясо, а я думал, какашка какая-то. Потому что все это в раке, что мы на улице жрем какашки. Хаски не такие. Так, человечиха, иди за новым кусочком, корми меня с рук. Ваше Величество, а вы не хотите просто пройти к миске, чтобы мама не ходила с кусочком с каждым и не кормила тебя? Нет. Вот так забаловали собаку. Не понимаю, о чем вы говорите. Кто-то из бестолковых человеков решил, что мы постоянно должны быть в форме и проходить в день не менее 20 километров. Остановитесь! Моим человеком и этого показалось мало. Бандит, тренироваться пойдем? Ты что, дурак? Нет, я не буду подтягиваться. Куда вы меня тащите? Иди, иди. Я не умею на скейте, на нем только бульдоги умеют кататься. Я не буду кататься на этой доске с колесиками. Помогите! Зато на боксерском ринге я силен. Могу отбуцкать кого угодно. Это твой противник сегодня, бандит. Вот этот здоровый, который может побить невинного пса. Знаешь, я, наверное, просто посижу, типа я не при делах. А вот грушу я точно отбуцкаю. Получай, скотина! Сдохни, тварь! И в футбол я играю лучше человеков. Давай, попробуй забить мне пенальти. Я круче, чем Акинфеев! А это моя тачка с водилой, которая меня на тренировке возит. Конечно, хотелось бы тачку получше, например, вот такую. Но ничего, заработаю, я ж блогер. Зато в этой есть все хозяйчие ништяки. Открытое окно, ветер в морду и ночной город. Привет, привет, человек, заходи. Привет, привет, бандюган. Привет, бандюганчик мой. Привет, бандюша. Бандюша, Хрюша. Ну все, я хосячий долг по приветствиям выполнил, поэтому пойду. Или ты еще что-то хотел? Да нет, иди уже, раз собрался. Не, ну в принципе я еще могу постоять, повращать хвостом, типа я очень рад и все такое. Ну, я тебя тоже люблю, бандит, да. Очень. А, бандит! Привет, ура! Дед пришел! Что такое? Обижают его все, обижают бандита. Да, обижают. Скажи, хорошо. Просто дед единственный из человеков, которого я более-менее терплю. Потому что он гуляет со мной по несколько часов. А молодые человеки, которые должны со мной гулять по утрам, всего по 5 минут. Никакого уважения к хосячьим потребностям. О, лабрадор Мисси. Мисси, привет. А что это тут воняет? Это от тебя? Что воняет-то? Не пойму, что воняет. Это вот тут-то тебя воняет или где? Я не пойму, да что же это за такая вонь ужасная? Не, ну капец, как воняет. Я должен найти источник этого тошнотворного запаха. Привет, бандит. Хочу тебе разъяснить, что морда мне находится не там, где ты сейчас здороваешься. И ничего у меня там не воняет. Да как не воняет? Ужасный запах. Я знаю, Мисси, где твоя морда. Если ты обиделась на такое приветствие, хочешь, я тебя поцелую? Ага, после того, как ты меня там понюхал? Ну уж нет. Ну и пожалуйста, пойду тогда написью тебе под деревом. Да делай, что хочешь. У меня есть прекрасная вонючая косточка. Вот тебе, вот тебе. Чё говоришь? Вонючая косточка? У тебя есть прекрасная вонючая косточка, и ты мне ничего об этом не сказала? Я разочарован, Мисси. А еще говорят, лабрадоры добродушные, нежадные собаки. Какое коварство! Человек, я тут решил хосячий рэп записать, мне нужно порепетировать. Включи мне какой-нибудь битки, распеваться буду. Я тебе сказал, включи рэп. Все-все, бандит, включаю. Хосята, у меня реально скоро на канале выйдет мой первый клип, и это будет бомба! Мы взорвем интернет! Если не хотите пропустить это грандиозное событие, прямо сейчас подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А пока маленький тизер. Клип пока снимается, и видео там будет другое, но кусочек музончика хотя бы зацените. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Бандит, я занята. Пойди сходи, купи что-нибудь к чаю. Ладно, сейчас только человека пристегну к себе. Эй, человек!
Блин, да тут у меня глаза разбегаются. Легко сказать, купи что-нибудь к чаю. Блин, сходи сама и купи. Мне сладкого нельзя, я в нем нифига не понимаю. Бандит, ты что хотел? Да хрен его знает, чего я хотел. Взвесьте мне полкило самых гнусных рогаликов. Пусть эти человеки подавятся. Так, сколько там? 56 рублей? А это точно самые гнусные рогалики? Так, я могу расплатиться картой, а могу носом через NosPay. NosPay, собачья платежная система. Не забудьте потом протереть терминал. Ну все, бандит, прошла оплата. Спасибо за покупку. Пожалуйста. Так, ладно, я пошел травить человеков. Я надеюсь, всем уже понятно, что я самый популярный пес на Ютубе и самый уважаемый хаски на районе. Каждое утро я начинаю обход своей территории, и человеки, опасаясь моей злобной волчьей натуры, подобострастно начинают со мной здороваться. Привет, бандит! О, хором сказали, молодцы, хорошая дрессировка. Привет, бандит! Привет, смешные человеки на лавочке. Привет, бандит! И тебе привет, косточку не забудь для меня отложить в своей мясной лавке. Иди посмотри, будем ремонтировать, иди. Чувак, я знаю, в чем тут дело. Тебе надо поменять машину. Мисси, давай играться в лошадку. Мисси, ну давай играться в лошадку. Так, Мисси, подожди. Мне надо вон тому человеку хосячий долг по приветствиям исполнить. Да-да, привет, человек. Так, погладил и хватит. Я тебе рад, конечно, и все такое. Короче, извини, мы тут с Мисси в лошадку играем. Мисси, иди сюда, поздоровайся с человеком. Хе-хе-хе, попалась. Теперь ты моя лошадка. Ю-ху-ху, и го-го. Хотя-то, спасибо за просмотр. Знаете, как тяжело порядочному псу пробиться в мире видеоблогеров, где рулят человеки? Поэтому заходите в мою группу ВКонтакте, загляните в мой Инстаграм и обязательно подпишитесь на мой канал. Ну или хотя бы лайк поставьте. Всем хосячий привет! Ну все, я пошел. Пока!